Сегодня мы отправляем на оздоровление 240 ребят горловчан. Это стало возможным благодаря нашему министерству, Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, которое выделило на наш город 240 путевок. Ребята едут в Ростовскую область. Замечательный лагерь, замечательные условия, замечательные педагоги. Я хочу сказать, что едут ребята из 50 школ. Мы очень надеемся, что это не последняя, естественно, поездка, что на город еще будут выделяться путевки, и мы в обязательном порядке постараемся оздоровить покушать всех нуждающихся ребят. Наша роль в поездке – пожелать детям очень приятного, хорошего отдыха, отправить ребят здоровыми, с нужными продуктами, чтобы не было неприятностей в дороге. Счастливо! И пусть отдыхают. Мы бы тоже рады. Сегодня наши ребята отправляются в Российскую Федерацию на оздоровление. Нас радушно принимает лагерь, который расположен в Ростовской области. Называется он «Ромашка». От Горловки отправляется довольно солидная делегация. Все волнуются, все переживают. Все очень-очень хотят замечательно отдохнуть. Я думаю, что у нас это получится. Мы добираемся до пропускного пункта Успенка, где нас ожидает санпропускник, проверят медики, все ли в порядке с нашими ребятами, пройдем медицинские осмотры и отправляемся дальше уже автобусами Российской Федерации непосредственно до лагеря. А куда едете? Никто не знает, куда едете? Ромашка. А давайте все вместе дружно. Молодцы. А где эта ромашка находится? Под Таганрогом. Где-где? Таганрогом. Под Ростовской областью. А море есть там? Да. А надолго едете? Три недели. На две недели. Радости много? Да. Что-то не видно. Давайте радостней. Пошумите.